Ну что ж, друзья, у нас исторический матч случился, да, РВ Челлендж набирает первые очки в Суперлиге Алле-Пари, и здесь, соответственно, Дмитрий Мирослав. Мирослав, первый вопрос вам. Сегодня малый сбор, сегодня далеко не все получалось, и, если честно, казалось, что ну, в атаке как будто какое-то невезение, как будто человека не хватает, который брал бы и забивал мячи, потому что вроде подходы к воротам были, но именно голов, мне кажется, команда сегодня прям не досчиталась, и вот именно ударов даже по воротам. С чем это связано? Угу. Начнем с того, что у нас по ходу всего сезона нет нападающего, соответственно, на кого нам играть, это непонятно. Мы, наоборот, пытаемся играть в пас, через фланги, и там как-то входить под левую, под правую и забивать. Но в итоге сегодня у нас вообще ничего не получилось. Сегодня матч как будто вот у нас есть две половины поля, вот вторая половина поля была куда более интереснее, как будто те команды более претендуют на место в Суперлиге, а сегодня как будто играли две команды премьерки. То есть, не знаю, честно, вот сегодня была отвратительная игра. Ничего не хочу. Спасибо сопернику за игру. Они заслужили эти три очка, но, как по мне, это сегодня был провал, полноценный провал нашей команды. Раз нет нападающего, да, я, как ни странно, я как не приеду, действительно попадаю неоднократно уже на старую школу, и действительно есть проблемы с атакой, есть проблемы с взаимопониманием. Может быть, уже что-то придумать, не знаю, кого-то, может быть, из обороны, Дрочиловского условного, поставить, сказать, все, твоя задача вот впереди и забивать. Может, получится, если на постоянку, ну или, в конце концов, может быть, Кузьмина из ворот в атаку, потому что в воротах он хорош, старается помогать, может быть, и в атаке тоже повезет. Да, тут про везение ничего не сказать. Я уже который раз повторяю, что у нас все футболисты, они индивидуально очень сильные, но у нас нет командной игры, соответственно, хоть кого возьми. Вот сегодня отметим Данила Кривцова, который у нас сделал всю игру, человек отыграл 60 минут, но он один ничего не может сделать. Как играть одному, когда ты не можешь ни на кого скатить, никак ударить, ну, это ничего не скажешь. Просто вот нечего говорить реально. Дмитрий, надеюсь, язык уже пришел в норму. Во-первых, поздравляю с первой победой. Мне показалось, или для первой победы как-то эмоций мало, или стараетесь их сохранить для того, чтобы в будущем конвертировать эти эмоции в следующие победы? Начало спасибо сопернику за игру, спасибо за поздравления. Эмоции все остались на футбольном поле. Действительно, мы 8 игр никак не могли победить, набрать очки, это давило. Сегодня я отмечу, в первую очередь, хороший сбор. Если последние игры мы проводили то в девятером, то с полевым в воротах. Сегодня хороший сбор, два вратаря, спасибо. Ну, были замены во все позиции. Вот хороший сбор, это значит очки. Я, на самом деле, с Мирославом не соглашусь. Старая школа играла хорошо, по мне. Да, и тут от них, наверное, в этот раз отвернулась футбольная фортуна. Да? Они должны были три забивать в конце первого тайма. Там они обстучали весь каркас, там дважды защитник выносил с ленточки. И момент у них были во втором тайме. Я скажу, что старая школа на самом деле стала играть в футбол по сравнению с прошлыми сезонами. И у них это хорошо получается, но с такой старой школой нам легче, когда две команды играют в футбол. Раньше старая школа вот играла такое в давление, не в футбол. Такой в жесткие единоборства. И нам было с таким тяжело. Мы не могли ни разу старую школу обыграть, потому что вот они как бы так сразу жестко там начинали. И у нас вот такие ребята не готовы. А вот футбол, посоревноваться в футбол, это хорошо. Поэтому мне кажется, старая школа играла хорошо. То, что у них сейчас такая черная полоса, мне кажется, это временно. Мне их игра оставила приятное впечатление. Игра была, мне кажется, равная. Да, и моментов у них было не меньше. Да, у нас там в основном они были на контратаках, старая школа даже играла много первым номером, поэтому, не знаю, по поводу твоего предложения, кстати, так же с Вишневским получилось, он приходил в старую школу, играл в защите, ну, защита, это номинальный защитник, его отправили в атаку, и как он раскрылся, сейчас чуть ли там не лучший игрок вообще в Суперлиге, в Мансаде феерит, сейчас номинант лучший игрок месяца. Поэтому старой школе спасибо за игру, классный матч, на три результата любая команда могла победить, я говорю, забей школа в концовке, да, там, возможно, мы дрогнули, возможно, они бы усили, но сегодня, наконец-то, да, все звезды сошлись абсолютно, что мы, наконец-то, три очка набрали, надеюсь, не последние в первом круге. А кто сегодня, на твой взгляд, стал, наверное, таким основным и самым основополагающим игроком у РВ Челленджа, потому что, на самом деле, я даже путаюсь, кого здесь выбирать. С одной стороны, Петров, который мне кажется, ну, наверное, минут
55 сыграл где-то за весь этот матч, очень много борьбы в центре выигрывал, да, что-то придумывал. А с другой стороны, есть Брызгалов, который забил два мяча и тоже достаточно неплохо создавался в атаке. Но есть и Макарчик, который тоже потащил. Кто же? Сегодня все классно сыграли. Я бы, кстати, заметил Макса Федорова. Он какой-то поймал невероятный кураж. Два раза вынес с ленточки. Вот так сам себя заводил. И во втором тайме несколько раз спасал. Его отмечу в первую очередь, наверное. Во вторую Ваню Брызгал. Это был его прощальный матч. Он перебирается в Москву. Я его попросил приехать, да, там как раз прощальный игру провести. Но я говорю, надо ее провести так, чтобы мы тебя помнили еще долго. И Ваня обещал и выполнил. Да, но он на втором месте, да, Сережа Петров сегодня практически без... Нет, ну, все хорошо сыграли, старались, ну, все хотели уже победить наконец-то, ну, потому что, действительно, там, в Кубке мы еще 3 победы держали, но в чемпионате ни одной не было виктории, поэтому всех отмечу. Сегодня вот была именно химия, сегодня все собрались, кто нужно, да, только Сережа Титов не доехал, ему привет. Вот, в голове еще держались сегодняшние белые ночи, хотелось чуть-чуть некоторых ребят подержать на лавочке, да, но игру старая школа играла хорошо и не позволила, да, сыграть нам неоптимальным составом, поэтому все, несмотря на то, что у нас сейчас 3 игры еще на белых ночах, несмотря на это, все равно все играли, ну, мы менялись, да, там, двумя сочетаниями, потому что соперник не позволял нам давать слабину. Мирослав, вот Дмитрий интересную идею подкинул. Может быть, вернуть немножко, скажем так, олдового футбола, старой школы, и тогда, может быть, все пойдет? Да мы уже реально думаем, как бы вернуть всех стареньких, потому что с ними результаты были куда более лучшие. Но да реально вот идет эта черная полоса, когда вообще ничего не получается. У нас то тренировки отменяются, то у нас какие-то игроки, там у них какие-то чрезвычайные ситуации случаются. Поэтому будем ждать эту зеленую полосу. Будем надеяться, что скоро мы наконец-то ворвемся в эти... Хотя бы, я не знаю, вот реально выйти из зоны вылета. Потому что, да даже не хочется говорить о стыках, хочется просто выйти и остаться в этой суперлиге. Но пока мы не заслуживаем, объективно. Когда парни у себя где-то в голове вот найдут эту ячейку, что вот нужно играть на команду, нужно остаться в суперлиге, и у каждого это будет в голове вбито, тогда у нас будут какие-то результаты. Пока... ничего. Дмитрий, ну и в завершении не могу не спросить. Конечно, сейчас первая победа. Конечно, эмоции все остались на поле. Есть кого похвалить, есть за кого порадоваться сегодня. Но тем не менее, а что дальше? Я говорю, залогом успеха будет являться хороший сбор. Сегодня, я говорю, мы собрались первый раз за много игр хорошим составом, да, приехали практически все лидеры, были предложения, ну, для вариативности, да, во всех линиях можно было менять. Если мы будем собирать хороший состав, я думаю, мы сможем, у нас там остался и Мансат, и Волна, сможем побороться. Вот для этого, ребят, я призываю, давайте приезжайте, потому что, допустим, тот же эксклюзив, я говорю, мы еле-еле состав собрались. Там, видимо, эксклюзив, название пугало, ребят. Надеюсь, что будет хороший сбор, и мы обещаем, что дадим бой в оставшихся матчах первого круга. Тогда не могу не спросить, чем мотивировать, кроме речей? Может быть, я не знаю, пиццу, может быть, ящик там колы или еще чего-нибудь? Ну, я говорю, мне кажется, мотивация у ребят должна быть желание играть на таком уровне с самыми сильнейшими командами в формате 8-8. Тут и хорошее освещение, и лучший комментатор города, да, там, ну, и репортажи. Ну, мне кажется, кайф. Для футболиста кайф. Все условия созданы. Приезжай, играй, да, там, получай удовольствие от футбола, побеждай, я не знаю. Ну, мне, вот по мне, лучшая мотивация. Понятно, друзья. Пиццу не ждите, просто приезжайте, играйте. Это всем игрокам РВ Челлендж совет. Ну что ж, спасибо всем за этот матч, было круто. РВ Челлендж еще раз с первой победой. Старой школе желаю, чтобы как можно скорее эта черная полоса проходила. И действительно, команда начинала выигрывать и показывать более яркий футбол. Будем в них верить.